Девушки Амиго, снова вы, снова я, снова Кидман и ее фонарик. А это значит, я собираюсь потратить еще немножко нервов на этот шедевр. Кстати, сейчас снова показывали заставку, которая не скипалась, и заметил, что фонарик-то глюкнул на ней. Но скриншот можете посмотреть в группе. Довольно, кстати, прикольно. Отображает всю суть этой игры, в общем-то. Это портрет сейфхеда, что ли? Намекать на то, что его вот эти вот крутилки с ресничками или чего. Ремонт ама на делема. Ми плитка клясть, клясть, плитка пощёль, пощёль. И к соседям пришёл. Вау, какая картина шикардосная. Прожечь насквозь? Чем? Фонариком? А чем же еще? А, нет, у нас есть ножка от табуретки. Или что? Как долго длится эта процедура? Охеренно долго. А, но это уже напоминает Alone in the Dark. Как насчет сломать табуретку и сделать из нее факел? Нет, это не напоминает Alone in the Dark. Вообще, те, кто сравнивает этот флизелин с Alone, попадают в ад без очереди, по-моему. Хотя я из тех, кто не смог поиграть в Alone in the Dark, потому что, блядь, на уровне после гонок по городу, блядь, игра вылетала, сука. Но говорят, что она была великая. Но то, что я увидел в тот час, пока блуждал по этому отелю, или где там игра начиналась, мне вообще-то понравилось. Мне понравился инвентарь, где главный герой отпускает вниз голову и начинает как советский спекулянт разглядывать, что у него там за полами плаща есть, собственно, в наличии. Ух, сейчас под падающим лифтом... Падающим лифтом детективу Кидман немножко сбрило брови, я думаю. Только бы они не стали мне мешать. Ой. Ну, собственно, что-нибудь, не знаю, что-нибудь, может, начнет уже происходить, что-нибудь, может быть, интересное, я не знаю, я надеюсь, что... Ой, мы нашли интересную запись, запись 31. Просто чудо, что после полученных при пожаре травм и последующих издевательств со стороны родителей, Рубин вообще способен функционировать. Его побуждает к действию не страх, не жажда денег и не желание повысить свой социальный статус. У него более благородные мотивы, я бы сказал, он одержим стремлением переделать реальность, начать жизнь заново, чтобы вновь оказаться с ней. Он очень сильно пострадал, как физически, так и душевно, и он тоскует по сестре, которой лишился, его любовь граничит с инцестуальным влечением. Но раз это дает ему сил для работы, так тому и быть. Инцестуальное влечение. Я хочу... либо сейчас мы увидим два привидения, которые будут жахаться, это будут дети, Рубик и сестра, либо сейчас мы увидим это законченное предложение, которое из фонтана в крови появляется, и которое... Просто убого. Ну, драться с ней был, потому что, ну, как-то, ну, не знаю. Ну, очень не очень. Поджигать какое-то дерьмо. А, поджигать трупы, в которые она может вселиться. Да как же приседать-то, ёптель. Ой. Как страшно перегорела эта лампочка, боже что мой. Накануне просто спецопс этот записывал, а там приседать надо было, зажав стик. И вот привычка приелась. Вообще удобно зажимать стик, чтобы присесть. Не знаю, зачем разработчики переносят его на отдельную кнопку приседания. Ну, мне было бы страшно, если бы не было так похуй. Да это и не скример, наверное. Это знаете, это нечто украденное из фильма «Нечто». Нет, не нечто. А, как там? А, сияние, вот. Только там кровь из лифта, а здесь кровь из картин в коридоре, но при похожих обстоятельствах. О, какая картина. Живопись. Ёптать. Кто хочет дома повесить картину, где вот
блядь, вот такой стрёмный череп нарисовал. Этот Лесли меня так раздражает, что я бы его застрелил, мне кажется, сам. Я бы не стал ничего ждать. Рувик пытается починить его из картины. А что мешает Рувику просто взять, прийти сюда? И подчинить Лесли в рукопашную. Еще здесь... О, боже, блядь. А что здесь делает этот хуесос? Блять, у вас тут еще и много, что ли? Да охуенно вообще. Это опять стелс. Лесли, спаси меня, Лесли. А, эта дура получила по башке и потеряла возможность бегать. Она не бегает. Вернее, она не спринтует. А значит, что можно... начать эпизод заново. А, нет. Убейте меня, я лучше с контрольной точки начну. Отлично. Эта игра содержит в себе все то, что я не люблю. Я не люблю стелс. А, был бы он хотя бы остросюжетный стелс, какой был в Outlast, там, блять, хочешь не хочешь, а спрятаться так и тянет. Но здесь стелс какой-то, блядь, он настолько уныл. Тут одно уныние сменяется другим унынием. Где боковое зрение у тебя, касатик? Бах, тубаретка, нет, малыша. Но мне кажется, что мне надо было убивать не этого, а следующего чувачка. Я знаю, как метать это говно. Уберите, блядь, свое обучение с моего экрана. Нахуй вы меня бесите. Я сомневаюсь, что кто-то в эту игру начнет играть, блядь, сразу с вашего 32-го DLC. Какой смысл, блядь, запиливать учение в дополнение к игре, блядь? Может, я что-то не понимаю, когда вынимаю, хуй его знает. Туда. Да, но мне бы топор, чтобы его убить. Потому что, мне кажется, я не успею его сжечь. Обморок вернется, нет? А, на разбившуюся бутылку зомбак напал. На верещащего Лесли зомбак не напал. На крики картины зомбак не прибежал. А, он избирательно слышит, понимаете? Он слышит только бьющиеся бутылки. Есть такая болезнь слухового аппарата. Еблонизм называется. Ну и почему эти двери за мной не закрылись? А, понятно. Они просто... Это было незаметно, но они на сенсорном управлении. Надо от них отойти подальше, тогда сенсор срабатывает и они закрываются. Вот. Мурк. Я просто не знаю. Я просто не знаю, надо немножко няшности этой игре добавить. Давайте немножко мимими включим какой-нибудь, а? Ну, чисто для контраста, потому что здесь постоянно психоделика, постоянно кровище, говнище, все мрачно. Действительно, играешь в этот... DLC, начинаешь понимать, что сюжетка была не так уж плоха. Она была все с таким же тупым сюжетом, но хотя бы стрелять было намного прикольнее, чем прятаться. Блять, а как-нибудь можно фонарик было в руку взять, не выбрасывая бутылку? Предмет получен. Вам доступна новая музыкальная композиция. Вот так скоро будем песни качать после 1 мая. А, купил игру, прошел там ее чуть-чуть. Опа, выиграл трек. А, выиграл трек Газманова. А чё вы смеетесь? Трек Газманова здесь в этой игре очень даже норм.
Так идешь, идешь, потом раз, какая-нибудь ебанина начинает происходить, и тут мои мысли, мои скакуны. Да, бусинка, здорово, конечно, сохранится. Да, блядь, 10 минут проходил. Через 10 минут они поставили сохранение. Пошла он, блохоносец, блядь, глистожопый. Сделать что ли 10-минутную серию, чтобы все охерели? Не, подождите, подождите, рестарт, рестарт, это было не атмосферно, не атмосферно, надо как Black Silver, надо в популярные метить. Оп, тут никого, никого, идем. Идем, да, идем, ползем, никого нету. Оу, оу, здесь никого, охуеть. Ну просто надо растягивать каждую игру на миллион серий, чтобы лупить побольше бабла. Оу. Блять, опять слепыши. Понятно, а чё нет? Так, хорошо. Это плотоядный слепыш, видите? Он ни хера не видит, ничего не слышит и постоянно жрет. Сука. Вот картошка насыпана, ну, ой, заденет, ой, заденет, ой, заденет, ой, заденет, нет, не задел. Ну и мудак нах, раз не задел. Да ты, блядь, издеваешься, что ли, надо мной? Я чувствую, как горит вот этот вот фитиль, который ведет к пороху в моей заднице. Блядь. Спокойно, спокойно. Это игра, это всего лишь игра. В нее все играют плохо, потому что в плохую игру никто не может играть хорошо. Считаем до 10. Раз, два, три. Ай, нахуй. Эй, да почему туда нельзя спрятаться? Какого хуя? А, 4, 5, 6. Ом, ом, я спокоен. Господу помолимся. Аминь. В буддисты пойду. Мне кажется, они там выращивают ганджу и курят. Почему, блядь, нельзя взять картошку и кинуть в них картошкой просто? А, здесь нельзя спрятаться, потому что сюда можно пешком пройти. А? А что? А зачем мне тогда было там что-то двигать, что-то нажимать? Свиные туши. Свиными тушками эти уебища не питаются, они едят людей. Оу, он был злодей. Он ел людей. И получил сполна, та-та-та-та. А пошел-ка бы ты нахуй, почему ты не взорвался? Подожди, в прошлом... Я понял, что я... Блять, а ты откуда припол... Ёб твою... 7, 8, 9... Я спокоен... подождите, до этого я... кидал в них световые палочки в прошлый раз. После попадания слепыш агрился и бежал в ту сторону, откуда прилетела палочка. Сейчас я кинул в него бутылкой, и ему немножко было похуй. Да хули. А какая тут логика? Это игра. В ней нету логики. Зачем? Нахера? Откуда ты, блядь, здесь взялся-то, ёб твою мать, а? Откуда ты пришел?
стелс. А, гостиная ключ-карта, отлично. Они покончили с собой. Не знаю, с чем это связано. Здесь Кидман, блядь, даже не бегает между этими тушами, она только ходит, блядь. Но мне повезло, потому что этот уровень невообразимо тупой. Они сдетонировали наконец-то и все подохли. Или там еще один, по-моему, да? Тот-то хуй никуда не делся. А сейчас мы сделаем немножко шума. И он придет. А может и нет. А, вот этот индикатор угрозы, он мне, блядь, показал вперед, но впереди никого нет. Охуенно, блядь. Охуенно, господи, пиздец. Вы ж, блядь, уроды, да что же у вас нахуй? Траекторию уже, блядь, не нарисовать нормальную, да? Уже, блядь, даже на это нахуй уже мозгов не хватает, блядь. Ёб твою мать, блядь, а. Ну пиздец, вот, блядь. Пидорасы, блядь, ебаные, нахуй. Что, блядь, за уёбки игры делают? Пиздец, блядь, такие. Нахуй надо так жить, блядь. Он меня убьет, нахуй. Он меня догонит и убьет, блядь. Потому что даже когда вставляешь ключ-карту, здесь происходит звуковое оповещение. Хе-хей. Ну, блядь, слепенький, нахуй, иди-ка отсюда, а. Ай да нахуй, тут можно, блядь, он никуда не уйдет отсюда, на самом деле. Ебать, слава богу. О, мышка, удивительно. Кидман не визжит, она не боится мышей. Ну, трудно бояться мышей, когда за тобой гоняют трупы периодически. И нахуя ты сюда зашла? Хуй её знает. Наверное, сейчас придется сюда сейбл сделать мощный и быстрый. Нет? По атмосфере пойду. Как ты всех заебал, наверное, уже, а? И ну, вот мне за Лесли идти или здесь походить, я что-то не врубаюсь. Ой, она двигает. Даже Себастьян. Как его выпустить-то? Хуй его знает. Пусть сидит, блядь. Не будет лазить, где не надо. Ну что, сейчас что-то будет, надеюсь. Блядь, опять, господи. А что еще? А что еще тут может быть? Только то, что уже было.
чувствую. У меня бурлит уже, честно. У меня уже нет терпения. Я стелсы не люблю. Ну не люблю я стелсы. Ну, блядь. Особенно где только стелсы. Я понимаю, когда в шутере там для разнообразия в одном месте поставили стелс. Но когда стелс становится повсеместный, блядь, навязанный, бесконечный. И убогий, это уже начинает бесить, это монотонность игровая. Что? Где? Кто? Я не вижу никого. А, сзади. Хорошо, они тоже слепые. Здесь в этой вакханалии цвета и красок вообще ничего не видно. Вот этого убью, а тот далеко ходит. Да, твой мир прекрасен, блядь. Молодец. Ты лучший игрок в Майнкрафт. Создаватель миров левел 80. Подождите. Их тут двое же всего, да? Это тот патрулирует, ходит. У меня всего одна бутылка, надо ее не провафлить. Там не было как в тот раз. В принципе, он и сам-то уходит уже. Надо же. Как удачно она вот раскинула. Неужели бросать научилась? Вот нет бы картина хоть гореть начинала, кричать начинала, хоть как-то реагировала. Она кричит, но она в конце, когда уже сгорает. А что, еще где-то картина есть? Охуеть. Две картины. Что может быть в два раза лучше, чем предыдущая миссия со стелсом, блять? Двойная миссия со стелсом. Это ж как туда, блядь, пробраться-то можно, интересно, мимо этих уродов. Тот патрульный никуда не собирается теперь. То там, блядь, терся, то теперь сюда идет. Где еще один топор? Я хочу еще одного убить. Может, приманить его? Не, вот он вроде пошел куда надо. И молодец. Но здесь есть еще один. И это уже совсем становится, блядь, смешно, нахуй. Да, видимо, и в этой миссии надо их выманивать. Что, конечно же, блядь, полная хуйня. Блядь, а тут тупик. Охуительно. Нет, 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 только не сейчас, сука, это такая. Быстрее входи, блядь, ты охуела. Полный пиздеж, блядь. Не должны были успеть.
Что-то Лесли обеспечивает неплохую шумовую завесу своими воплями. Вам так не кажется, господа? Очень классно, стелс в темноте, блядь, моя любимая хуйня теперь. Но есть несомненный плюс, у меня появился топор. А вот там есть лазилка какая-то, куда-то можно залезть. Ну это хуй его знает, куда там залезть. Гори, сука, синим пламенем, тварь. Как ты меня задолбал уже. Можно, блядь, быстрее картина поджигаться-то, ёпта, она ж бумажная. Ну, холст, масло, блядь. Блядь. Опять. Мне кажется, что сзади можно напасть и свернуть шею без всякого топора. Очень быстро и жестко. Во-вторых, топор, блядь, вещь неодноразовая. Вытащи его из головы этого урода, воткни в голову следующего урода. Какие у тебя с этим проблемы, сука? Куда ведет это говно? Пойди посмотрим. Оп, бутылка. Шикарненько. Может, в следующем выходе из вентиляции лежит где-нибудь топор? Или пистолет с глушителем? Есть тут чит-код, наверное, на пистолет с глушителем? Бутылка здесь есть. Вот бы над зажигательной смесью было. Пошел нахуй, заткнись, блядь. Это я коту. Блядь, только не говори, что ты сюда сейчас пойдешь. Заебал этот патрульный, блядь. Слишком далеко, не услышал. Чё за хуйня? Что меня задамажило-то сейчас? Этот водоворот, так я через него хожу уже полчаса. О боже, страх-то какой. О, у Лесли была пушка все это время. Вот это поворот, блядь. Сейчас Лесли превратится в Рубика. Не, Лесли шмальнул. И сейчас сюда сбегутся все, блин, все зомбаки в округе. Отдай волыну, идиотина. Где взял-то хоть? Обезьяна, блядь, с гранатой. Да прострели ты ему башку, у тебя же задание убить его, чё ты, блядь? Убей его прямо сейчас. Опа. Опа, опа, Америка. Блядь, а инструкция к этому дерьму есть? Чего? Почему? Почему меня выкинуло-то? А внизу какие-то циферки еще, смотрите, 6 чего? Понятно. Понятно, что ничего не понятно, даже пытаться не хочу. Я даже не знаю, считается ли вот эта вот загадка логической.
Мне кажется, там забыли дать инструкцию к ней. Я просто даже не знаю, что должно быть в конечном итоге там. Зажечь все лампочки, что невозможно, по-моему, потому что каждая, блядь, нажатая выключает три других. Или что, блядь? Ёб твое ебалайство, блядь, а? А, ну здесь мы сейчас встретимся с Себастьяном. Лесли домой на качелях ехать собрался, что ли? Че ты врешь? Твоя работа застрелить его. Ну такая матрица прям вообще. А, вот. Вот что, она-то видит, как все на самом деле, а Себастьян не видит, как оно на самом деле. Так что? You don't understand. You don't know what he'll become. We know exactly what he'll become. That's why we need him. Они хотят, чтобы Рубик вышел. Рубик is a corpse. He's after Leslie. And so are we. And you're more afraid of him than us. А, хорошо, я понял, зачем Рубик нужен. Зачем Лесли нужен Рубику, но зачем Лесли нужен вот этому мистеру Икс? Вот что непонятно. О! Вот и Джозеф схлопотал свою пулю. Это же, видимо, развязка, очевидно. Ну, может и нет. У нас здесь есть сохранение. Черт его знает, блядь. Так что я думаю, что на этом серия на всякий случай закончится. В среднем глава проходится за сколько времени? За... Ну вот эта глава... А, она еще может быть не закончена, не знаю. А почему с третьей главы все начинается? По две главы на DLC? По полтора часа каждая? Ну тогда здесь еще минут 15, наверное. Минут 15, да, будет. Так что жмите, что-нибудь пишите. И адьё.